А именно спортивная составляющая. Посмотрим же за ней. First fight of the night, scheduled for 3 5-minute rounds in the ACA Bantamweight Division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He stands 172 centimeters tall. His official weight, 63.75 kilos. He is a striker, holding a pro record of 19 victories opposite 14 defeats. Fighting out of Newport Beach, California, USA, here is Rob the Saint Emerson. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He stands 165 centimeters tall. His official weight, 65.6 kilos. He is a Brazilian jiu-jitsu practitioner, holding a professional record of 20 victories opposite 5 defeats. Fighting out of Manaus, Amazonas, Brazil, here is Delano Lopez. And our referee in charge of the action, Marco Brewerson. Ну что ж, вот он и первый поединок. Относительно громкого начала, признаюсь честно, я ожидал, что первым боем будет бой Ливана Макашвили, который действительно произвел фурор у нас здесь, насколько я помню, в Москве недалеко, он в свое время выиграл Расула Мирзаева. Но, однако, так или иначе, первым боем мы видим именно бой Роберта Эмерсона и Диего Лопеса. Причем Лопес выходит на замену Александра Педусона, который должен был быть в этом поединке. Ну, давайте расскажу сейчас про американца. Вы, наверное, удивитесь, но он в некотором смысле ваш коллега. Это в очень тонком смысле, он тоже черный пояс. Но, правда, по кикусин карате. Нет, тут ничего не будет про бразильское джиу-джитсу. Опытный ветеран боев смешанного стиля, профессионально выступает с 2002 года. В начале карьеры регулярно выступал на турнирах КОТСИ. Также бился в Японии на турнирах Панкрейс. В 2007 году принял участие в 5-м сезоне шоу Туф, ну, The Ultimate Fighter. Но уступил сначала Нейту Диосу, которого, ну, я уверен, все наши зрители знают. Люди сразу реагируют на этот бой, потому что они сразу перешли к делу. Да, а затем, заменив бывшего участника, Кори Хилу, проиграл решение. Тем не менее, UFC подписала его и подрался он в первый же бою, кстати, с Грэем Мейнардом. Насколько я помню, с Мейнардом дрался Александр Яковлев, наш представитель. Если подытожить всю его карьеру, то 19 побед при 14 поражениях и один бой признан несостоявшимся. Однако мы видим, что именно бразилец сейчас занимает позицию сверху. Вообще расскажите про вот эту позицию. Это же типичная позиция из бразильского джиу-джитсу, которая очень много отрабатывается. Да, на самом деле он очень квалифицированно работает сверху, прошел гард, и сейчас будет попытка удушения. Интересно, что бразильское джиу-джитсу практически не изучает переводов, однако изучает контроль сверху, как, наверное, не одна другая школа. Есть хорошая попытка, замок закрыт. Ну, сейчас... Я думаю, что будет забегать, чтобы забрать хотя бы одну ногу, чтобы давление было достаточно для сдачи. Захват очень глубокий. Да, и немножко он прихватывает, как бы... Сейчас, я думаю, переключится на гильотину. Очень хорошая позиция для завершения. Капа уже вылетела. Да, есть сдача. Не постучал в итоге американец. Готовили вам рассказать, дорогие друзья. Но нет, обратите внимание, что Лопес в этом поединке будет. И Лопес на коротком уведомлении. Ну, видите, благодарит, соответственно, Господа за победу. Ну и действительно, не имея полноценной подготовки, уповать только лишь преимущество
только лишь на свой класс, какие-то наработки. Хотя, вы знаете, вспоминается, что, вот, например, Лига ACA имела в своем активе таких спортсменов, которые регулярно выходили на коротком уведомлении. Я вспоминаю эту конкретную историю Марата Балаева. Приходилось ему очень долго как-то вот в этом плане отвоевывать свое место под солнцем. И сейчас он действительно свою историю сделал, стал одной из главных российских звезд ММА. Бразильцы же записывают на свой счет сегодня первую победу. Ну, как известно, Бразилия одна из трех сверхдержав в мире смешанных единоборств. И без них ни один крупный турнир, разумеется, не обходится. Хорошее начало турнира. Первый же бой, первая досрочная победа. Ребята долго не искали какие-то моменты, связанные с разведкой боя. Сразу перешли к активным действиям, и прекрасный бой получился. Да, причем не самым простым удушающим. Действительно, в гильотине есть тысячи разных нюансов. И Ladies and gentlemen, this fight comes to an end at 3 minutes into round number 1. For your winner, by tap out from a guillotine champ, Delano Lopez. Наши поздравления спортсмену. Отличный бой, отличное начало. Ну, что-то мне подсказывает, при таком задорном начале дальше будет только лучше. Сейчас нужно обратить внимание на то, что, несмотря на то, что бой всего лишь первый, трибуны уже начинают наполняться. Я думаю, что главному бою ближе не останется ни одного свободного места. И не сомневаюсь в этом, Маршал. Посмотрим же, какой следующий поединок у нас с вами сложится. Но, безусловно, старт взят уже с очень высокой планки.